Всем привет! Вы на канале Magic Zoo. В этом видео мы покажем, как изготовить своими руками вот такой небольшой террариум. Он очень удобен в использовании, здесь есть и вентиляция, и раздвижные дверцы. Такой террариум подойдет для содержания улиток, лягушек, мелких ящериц, насекомых и, конечно же, пауков. Чертеж террариума с размерами мы оставим в комментариях к этому видео. Обязательно посмотрите видео полностью, в конце будет самое интересное. Приятного просмотра! Для работы нам нужна ровная гладкая поверхность. Все края стекла обезжириваем с помощью спирта. Острые края стекол обработаем бруском. Теперь приклеим нижнюю направляющую, по которой будут двигаться дверцы террариума. Такую шеобразную направляющую можно приобрести в магазине мебельной фурнитуры. Сразу за направляющей приклеиваем узкую стеклянную планку. Затем мы приклеим заднюю и боковую стенки террариума. Теперь займемся изготовлением вентиляции в верхней части террариума. Для вентиляции можно использовать мелкую металлическую сетку или перфолист, как в нашем случае. Мы купили его в строительном магазине. При работе с болгаркой не забывайте пользоваться средствами защиты. А у нашего мастера, видимо, есть лишние пальцы. Излишки герметика аккуратно удаляем канцелярским ножом. Края перфолиста прикроем декоративным пластиковым уголком. Теперь обработаем бруском все острые края террариума.
приклеим верхнюю направляющую для стекол. Примеряем дверцы. Отлично. В качестве грунта в террариуме мы используем специальный кокосовый субстрат. Обычно он продается в сухом виде вот таким кирпичиком. Его нужно размочить. Влажный мягкий субстрат укладываем на дно террариума. Благодаря передней стеклянной планке субстрат не будет вываливаться при открывании и закрывании дверок. В качестве декорации и укрытия используем натуральный мангровый корень. Поставим в террариум маленькую миску для воды. Для безопасности на стеклянные дверцы установим специальный замок. Его мы тоже купили в магазине мебельной фурнитуры. А вот и наш паучок. Посмотрите, какой милаха. Попробуем взять его на руку и с руки высадить в террариум. Кажется, он нервничает. Ему это явно не нравится. Ну нахер. Отец, ну ты видел? Может быть, как-нибудь в другой раз. А сегодня поступим проще. Очень не хочется получить укус паука. Хоть яд его и не смертельный, но аллергическая реакция может быть довольно опасной. Это паук-птицеед Лосиодора парахибана. Он один из самых спокойных пауков. Подойдет для новичков. Однако соблюдать осторожность необходимо. Парахибана – один из самых крупных птицеедов. Растет он очень быстро и в размахе лап может достигать 25 сантиметров. Поразительно, с какой грацией этот паук может передвигаться по любой поверхности, даже по абсолютно гладкому стеклу. Больше о содержании пауков мы расскажем в других наших видео. Если хочешь увидеть кормление и леньку паука, обязательно подписывайся на наш канал.